В зале для торжественных церемоний студенты Олимпийского университета появились в мантиях выпускников. В основном это работники спортивной отрасли, известные атлеты, в том числе чемпионы мира и Европы, и представители национальных олимпийских комитетов. В течение года они учились у лучших педагогов со всего мира. Видели изнутри фестиваль молодежи и студентов, Формулу-1, Всемирный боксерский форум. Как отметили выпускники, это лучшая практика для спортивного менеджера. Сегодня выпускников престижного учебного заведения приветствовал новый глава Олимпийского комитета России. В настоящее время как никогда такое образование востребовано в спортивной отрасли и в частности в Олимпийском комитете России. Поэтому мы будем продолжать сотрудничество с РМУ. И, безусловно, все выпускники, особенно те, которые наиболее успешно закончили обучение и написали диплом, будут востребованы в работе в Олимпийском комитете России. Уже второй год подряд по единственному международному рейтингу Sport Business International университет занимает второе место в Европе. Мы заняли его в прошлом году, удерживаем в этом. В Олимпийском университете действуют и краткосрочные курсы. Их слушателями стала и большая часть сотрудников администрации города Сочи. Уникальные знания, которые дают в ВУЗе, отметил Анатолий Пахомов, необходимы управленцам любого уровня. Наверное, нет ни одного сегодня сотрудника администрации, который работает в департаменте спорта, либо в департаменте по организации событийных мероприятий, чтобы они это не прошли. И, конечно, для нашего города это большая честь, это большая привлекательность, потому что здесь обучаются студенты со всего мира. Кроме того, многие выпускники после обучения в РМОУ остаются работать на объектах Сочи, ведь город принимает в том числе спортивные события мирового уровня. Добавлю, что обучение в Олимпийском университете по годовой программе «Мастер спортивного администрирования» с 2014 года в Сочи уже прошли 198 студентов из 48 стран.